Меньше месяца Североказахстанская область была в зеленой зоне по распространению коронавирусной инфекции. Вчера перешла в желтую, а уже сегодня и вовсе в красную. За минувшие сутки в стране выявили чуть больше 11,5 тысяч случаев заражения. По-прежнему лучшим способом защитить себя от серьезных последствий болезни являются вакцинация и ревакцинация населения. Охотно ли люди ставят дополнительный компонент, расскажет Илья Кудряков. Кампания по ревакцинации населения началась еще в прошлом году. Первыми третий компонент получили стражи порядка и сотрудники медицинских учреждений. У них самый высокий риск подхватить опасную болезнь. Сегодня же ревакцинацию начали проходить и работники сферы культуры. Первые два компонента получили 80% сотрудников, остальные имеют метод ВОД. Ставить третий компонент никого не заставляют, но понимая всю ответственность перед населением, люди охотно идут на ревакцинацию. Нами, как управлением культуры, дано четкое поручение нашим всем подведомственным организациям, директорам подведомственных организаций о том, чтобы они взяли данный вопрос на особый контроль по ревакцинации, так как по всяким разным факторам и причинам наши некоторые работники, это обычный человеческий фактор, могут в принципе упустить эти моменты и забыть про ревакцинацию. Да, это обычный фактор. Но и надо учитывать то, что кто-то может даже, в принципе, и не знать об эффективности этой ревакцинации. И в этом заключается наша миссия, наша задача. Вакцинация – единственный действенный способ борьбы с коронавирусной инфекцией, уверяют врачи. Тем более, когда в Казахстане уже зарегистрирован омикрон. По сравнению с дельта-штаммом, его заразность выше в 3 раза. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Но перенести омикрон гораздо легче, судя по данным других стран. Ну, естественно, если будет большая заболеваемость и тяжелые случаи не исключаются. Потому что тяжелое течение будет все равно протекать у пожилых лиц и лиц, которые имеют хронические заболевания. Ревакцинация нам дает выработку в организме больше антител, то есть больше защиты. Естественно, мы считаем, что защита от штаммов других, от коронавируса уже возрастает, защита. Поэтому все-таки ревакцинацию я советую проводить. Сотрудники сферы здравоохранения еще раз напоминают североказахстанцам о необходимости соблюдения элементарных санитарных правил, личной гигиены и по возможности избегать места массового скопления людей. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, служба новостей.